Ассаламу алейкум. Часа? Халай. Че, как настроение? Ничего, нормально. Не жалеешь о том, что вышел? Нет. С какими мыслями? Что ты собираешься дальше делать? Скажи. Ногти постричь. Как там условия с этой жизнью? Условия хорошие, питание нормальное, сокамерник хороший, на прогулку отдельно выводили от всех. Это то, что политически? Ну, говорят политически, значит отдельно гуляешь. Все, начальник каждый день приходил, спрашивал, есть жалобы, нет. И ты что раздет? Есть что сказать? Сказать, ну, рахмет, вот жене, что терпит меня. Лишение, тяготы и несгоды. Салам алейкум. Все. Да, не айтарм. Айтарм. По всей этой ситуации, коротко. По всей ситуации, ну, что можешь сказать? Никаких новостей не было, никаких газет не было. Что там творится, не знаю. Если Крым, сразу с первого Крым, раза... Крым присоединился. Ну, я так и понял. С первого раза, если дали 7 суток, просили 15 суток, значит, дан сигнал, что нельзя на северного соседа наезжать. Потому что до этого я не числился организатором участников митингов. Ни предупреждения, ни штрафов не было. А тут что-то сразу раз и 15 суток запросили. Вывод... Мы пойдем другим путем, Дима. Нужно менять тактику, наверное. Либо сидеть здесь тупо 7 суток. Ну, посидим, подумаем. Ага. Давай, Рахмет. Ага, Рахмет, что ли? Пошли. Да. Ну, наши ребята.